Еще один, но уже условный пожар тушили в Энгельсе в районе Голубого озера. Здесь прошли пожарно-тактические учения подразделения МЧС. Чтобы справиться с условным огнем, пришлось задействовать спецоборудование. Подробнее об этом в материале нашего корреспондента. Этому пожару присвоена высокая степень сложности, поэтому для его ликвидации привлекают авиацию. Вертолет Ми-8 оборудован специализированным водосливным устройством ВСУ-5. Его объем составляет 5 тонн. За несколько секунд экипаж авиасудна может произвести водозабор прямо из озер и рек. Голубое озеро в Энгельском районе является сертифицированным водоемом для забора воды пожарными службами в случае чрезвычайных ситуаций. Объем озера составляет 1,5 миллиона кубических метров. Всего же на территории Саратовской области существует 116 подобных водоемов. По легенде учений, горела степь на площади 28 гектаров. Сообщение о возгорании травы поступило на пульт МЧС в 9 часов утра. Спустя несколько минут пожарные расчеты прибыли на место ЧП. Тушение огня осложнялось тем, что пламя из-за ветра перекидывалось на новые участки, а вблизи дачные постройки и автозаправочная станция в селе Шумейка. По словам специалистов, такие учения проводятся для оттачивания действий и мастерства при ликвидации сильных возгораний на территории населенных пунктов и в лесных массивах. Температура уже устоялась довольно-таки жаркая. На сегодня более 4000 загораний по области, к сожалению, превышает прошлогодний показатель. Поэтому мы должны быть готовы к реагированию на любую чрезвычайную ситуацию. В тактических учениях приняли участие пожарные 27-й части города Энгельс. Для ликвидации очага возгорания были привлечены 4 автоцистерны и 1 специализированная установка «Натиск». Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.